Здравствуйте, меня зовут Якубов Руслан, и вы находитесь на канале «Стройгарант Анапа». А в данную секунду мы находимся в поселке Цибанабалка, в ЖК «Жемчужина». И за моей спиной шикарный дом 106 квадратных метров. Забор у нас выполнен из евроштакетника на протяжении всего периметра дома. Дорогие друзья, и давайте в плане комфорта посмотрим на эту комнату. Сразу из гостиной можно попасть на террасу. Есть система теплого пола, которая уже готова и функционирует в этом доме. Санузел мечты перед вашими глазами. Дом у нас выполнен в ярком стиле. Он утеплен. И, конечно же, сверху у нас нанесена дорогая, качественная штукатурка Баумик. Забор у нас выполнен из евроштакетника на протяжении всего периметра дома. Давайте пройдем внутрь и посмотрим, как же выполнен этот дом. Ну вот мы и зашли в наш замечательный дом. И первое, что нас встречает, конечно же, уютная прихожая. 3 квадратных метра. Справа от меня находится замечательный кармашек, где мы можем установить шкаф-купе, где мы можем хранить свои замечательные теплые вещи, летние. И, конечно, у нас есть батарея, чтобы наша обувь всегда была сухой. Также у нас есть электрощиток и выключатель, который выключает свет в прихожей и на крыльце нашего замечательного дома. Ну что, дорогие друзья, и после прихожей мы сразу попадаем в коридор, где находится лестница на второй этаж. Вы можете сразу это заметить. Под лестницей для нашего комфорта стоит сразу вывод под стиральную машинку, стоит розетка и, конечно же, батарея, чтобы нам всегда было тепло и комфортно в нашем доме. Из коридора, конечно, можно попасть в первую спальню, которая 10,9 квадратных метров. Пойдемте посмотрим. И давайте в плане комфорта посмотрим на эту комнату. Здесь можно установить шикарную двухспальную кровать. Есть розеточки, где мы можем подключить и зарядить свои любимые гаджеты. Стена справа, здесь можно установить огромный шикарный телевизор, где вы будете смотреть свои любимые фильмы перед сном. И справа от меня замечательная стена, где встанет огромный шкаф, где можно положить свои любимые вещи. На первом этаже есть санузел. Давайте его посмотрим. Санузел первого этажа, 4,4 квадратных метра. Все предусмотрено. Здесь вы можете установить свой бойлер, чтобы всегда была горячая вода и летом, и зимой. Сразу есть розеточка, есть вывод под унитаз или биде, что вам нужно на первом этаже. Конечно, есть вывод под душ и слив. Также на первом этаже есть шикарная кухня-гостиная. С нее можно сразу попасть на свою террасу. Друзья, давайте разделим визуально нашу кухню-гостиную на две части. Кухонная часть у нас многофункциональна. У нас здесь есть котел. Это сердце нашего дома, чтобы здесь всегда было тепло и уютно. Есть система теплого пола, которая уже готова и функционирует в этом доме. Друзья, у нас предусмотрены розетки сверху, снизу, чтобы вы могли подключить любые совершенно кухонные приборы. И, конечно же, в гостиной всегда классно принимать своих друзей, гостей. Здесь можно установить шикарный стол, или вы можете поставить здесь замечательный диван. А почему бы и нет? Потому что здесь есть розетки и вывод под телевизор, где вы можете установить приставку и играть со своими детьми. Можете просто подключить ТВ-приставку и смотреть свои замечательные фильмы, которые вам тоже наверняка нравится смотреть уютными вечерами. Сразу из гостиной можно попасть на террасу. Но перед этим я вам расскажу, какой замечательный выход сделан здесь. Чтобы не выходить на улицу, но получить глоток свежего летнего зимнего воздуха, вы можете открыть окно с этой стороны. Также вы можете открыть окно с этой стороны и, конечно же, открыть большую дверь и попасть на свою террасу.
вашей террасе будет розетка. Все выложено кафелем, есть ступеньки и, конечно, есть замечательный вход в подвал. А теперь отправимся на второй этаж. На втором этаже у нас есть коридор и 4 двери. Давайте расскажем, что скрывается за ними. Конечно же, 3 спальни и санузел. Первое, что мы посмотрим на втором этаже, это санузел. Пойдемте туда. Санузел у нас не маленький. Целых 7,8 квадратных метров. Заходите, смотрите. Рядом с раковиной есть розетка. Дальше пройдемте, посмотрим. Здесь вы можете установить свой унитаз. Дальше на выбор. Вы можете сделать или душевую кабину, или просто поставить душ, или поставить огромную ванну. На ваше усмотрение. Также рядом с окошком, чтобы было всегда тепло, у нас стоит радиатор. Здесь вы можете повесить свои шкафчики, полотенце сушить. А с этой стороны давайте представим. Огромная раковина, здесь зеркало, есть розеточка для фена или бритвы, на ваше усмотрение. Все выводы уже предусмотрены, так что санузел мечты перед вашими глазами. Первая спальня 11 квадратных метров. Пойдемте ее посмотрим. Давайте посмотрим на эту комнату с моей, с обычной обывательской части. Что здесь есть? Есть натяжной потолок, есть розеточки, где вы можете подключить свои гаджеты, установить двухспальную кровать. И когда вы будете лежать на ней, смотреть замечательный телевизор, который можно повесить именно здесь, потому что тут все предусмотрено. Есть 3 розетки и вывод под ТВ. А сейчас мы попадаем в самую большую спальню 14,7 квадратных метров. Пойдемте посмотрим. Давайте посмотрим теперь со стороны строителей, отделочников. Они заботились, сделали все хорошо, установили натяжной потолок. Пол у нас выполнен ламинатом. И, конечно же, чтобы вам летом было прохладно, есть розетка под кондиционер. Выходя из самой большой спальни, мы попадаем в спальню чуть-чуть поменьше, 11,3 квадратных метра. Здесь тот же самый функционал. Натяжные потолки, стены, обои. Все уже сделано для вашей комфортной жизни. Друзья, мы совсем забыли похвалить нашу замечательную удобную лестницу. Она сделана в одном цвете вместе со всеми наличниками и дверьми на втором этаже. Мы закончили обзор замечательного дома 106 квадратных метров. Если вы хотите приобрести или у вас просто возникли вопросы, то вы можете позвонить нашим менеджерам «Стройгарант Анапа». Они вам ответят, расскажут подробно, из чего, как состоит этот дом, где он находится, покажут вам. А вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, нам будет очень приятно слышать приятные и теплые слова. Но даже если вы будете нас критиковать, мы будем становиться только лучше специально для вас, наши дорогие подписчики.